Начнем с приятной темы. День полиции по праву считается всенародным праздником. В этом году он выпадает на субботу, поэтому торжественные мероприятия прошли уже сегодня. На этот раз профессионалов сыска и охраны общественного порядка собрал концертный зал клуба поселка Майданово. Этот зал заполнен на треть. Но так уж повелось, что слова поздравления со сцены принимают только те, кто не задействован в охране порядка. Но еще я хочу пожелать вам простого человеческого счастья, здоровья, благополучия и всегда, всегда возвращаться домой живыми и невредимыми. Спасибо вам огромное. Впрочем, кроме слов благодарности, два сотрудника Клинского ОМВД получили из рук главы округа сертификаты на квартиры. Следователи, криминалисты, участковые, инспекторы, дознаватели. Они знают, что значит работать в усиленном режиме и решать поставленные задачи. Каждое дежурство как выход на защиту границы, за которой наше благополучие и спокойная жизнь. Хочу от всей души пожелать в этот день вам крепкого здоровья, бодрости духа, мирного неба над головой, ну и всего самого хорошего. Конечно же, профессиональный праздник. Желаю профессиональных успехов. Вот уже десятилетие Клинский отдел ОМВД входит в пятерку лучших в области. Эта планка не снижается благодаря добросовестным сотрудникам службы. И лучшие из них сегодня по традиции получили почетные грамоты от руководства полиции, муниципалитета и областной думы. Отдел всегда был, есть и будет в числе тех, на кого равняется подмосковная милиция, а сейчас полиция. Я вам хочу пожелать, чтобы ваши специальные очередные звания всегда вас вовремя находили. Свою службу народу, это правое дело, не всем по плечу, соблюдая закон, несмотря на невзгоды, полицейский России всегда на посту. Страж порядка, сын закона, носит на плечах погоны, чтобы людям помогать. День и ночь, рискуя жизнью, будет он служить отчизне наш, покой оберегать. Сирены пронзил рев машин на дороге. Это служба 02 сквозь заторы спешит. Через пару минут он уже на пороге, и не страшен ему самый лютый бандит. День и ночь, рискуя жизнью, будет он служить отчизне нашей.